желание выпить спиртного и испытать опьянение становится частой приятной потребностью, иногда навязчивой идеей. Психическая зависимость от алкоголя или же патологическое влечение к спиртному, простым языком это любовь к выпивке и состоянию алкогольного опьянения. Психическая зависимость проявляется, прежде всего, во влечении к состоянию опьянения и эйфории, а не к конкретному алкогольному напитку. При этом само употребление алкоголя может быть нечастым, но это не мешает со временем проявлению абстинентного синдрома. Все симптомы абстинентного синдрома связаны с поражением центральной нервной системы и нарушением работы различных внутренних органов. Нуклеалка – новый подход к лечению алкогольной зависимости и абстинентного синдрома. Это комплексный препарат, инактивирует алкоголь-дегидрогеназу. Алкоголь-дегидрогеназа – это фермент, который преобразует алкоголь в альдегид. Ингибирование алкоголь-дегидрогеназы способствует исчезновению тяги к алкоголю, сокращает количество потребляемого алкоголя и вызывает отказ от повторных попыток употребления. Нуклеалка представляет собой комплекс пептидов, нуклеиновых кислот и растительных экстрактов для метаболической терапии при алкоголизме, а также купирование алкогольного абстинентного синдрома. Действие нуклеиновых кислот проявляется мягким седативным эффектом, ослаблением соматовегетативных и физических симптомов абстинентного синдрома. Нуклеалка, в отличие от распространенных средств лечения, не вызывает отвращения или тяжелых физических реакций организма, а формирует устойчивые нежелания пить, повышая при этом общий эмоциональный фон пациентов и снижает депрессивное состояние во время отказа от алкоголя. Применение препарата способствует усилению биосинтеза белков организма, положительному азотному балансу, устраняет или ослабляет белковую и функциональную недостаточность печени. Длительный прием нуклеалка не вызывает побочных эффектов и привыкания. Препарат может быть использован и при проведении курса дезинтоксикационной терапии и общеукрепляющего лечения больных алкоголизмом. Вы смотрели фильм из коллекции «Сова-сова». Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в свете событий. Желаем вам крепкого здоровья и оставайтесь с нами!